Друзья, всех приветствую, Си Дженни у нас на связи. Сегодня в обзоре рассмотрим новинку, шикарный портативный ЦАП, буквально готовый перенести вас на другой уровень. От компании Topping, модель ЦАПа Topping G5. Поставляется сам ЦАП в такой сдержанной черной коробке небольшого размера, с логотипом компании на лицевой части. Здесь сбоку указан веб-сайт и все контактные данные для связи с производителем. Нигде не указаны его технические характеристики, поэтому я скажу вам сам, что же он получил. А именно топовый ЦАП ES9068AS, две сертификации HiRes Audio, установлен новейший чипсет Qualcomm 5125, который поддерживает форматы Bluetooth 2.4 бит 96 кГц, такие как LDAC, APTX HD и включая все остальные. Получил он батарею 4000 мА, ее хватает на довольно длительное прослушивание. Разрешение звука составляет 768 кГц, 32 бит и нативное воспроизведение DSD512. Его выходная мощность составляет 1200 мВт X2 на 32 Ом. И ЦАП без проблем работает и определяется на Windows, Mac, Linux, Android и iOS. И также сразу после подключения ЦАПа к компьютеру советую установить ASIO драйвер, скачав его вот с этого официального сайта компании Topping Audio, где вы можете также найти прошивку для обновления ЦАПа на версию 1.5. Из коробки ЦАП мне лично пришел с прошивкой 1.4. На версии 1.5 изменился фильтр с минимального быстрого спада на линейный быстрый спад. Ну а теперь давайте посмотрим, что входит в комплектацию подробнее. Открыв коробку, нас встречает сам ЦАП, который надежно здесь зафиксирован. Его корпус изготовлен из алюминия. Имеет он сам по себе такой довольно средний размер. И искусственную кожу на дне, которая защищает G5 от царапин при использовании с другими устройствами. Его вес составляет 265 грамм. Спереди имеется три разъема. Линейный 3.5. И два разъема для подключения наушников. 4.4 балансный и 3.5. Здесь вот такой регулятор громкости, который крутится после щелчка. Это означает, что наш ЦАП включился, и теперь вы можете регулировать громкость. Ну а сверху под стеклом вы можете увидеть индикатор питания. Постоянный желтый цвет означает зарядку. Зеленый означает, что у ЦАПа достаточно энергии или он полностью заряжен. А если цвет изменился на красный, значит заряд батареи низкий. Ну и также тут имеется второй индикатор синего цвета. Мигающий синий цвет, значит вход не подключен. Постоянный синий цвет, вход подключен. И также при воспроизведении PCM он меняется на синий, а при воспроизведении DSD на красный. Ну а здесь сбоку имеется два логотипа HiRes Audio. Задняя панель имеет порт для зарядки USB Type-C. Переключатель усиления, высокий, средний, низкий, режим работы ЦАПа, Bluetooth, USB, AUX и вход для подключения к компьютерам или ноутбукам в режиме DAC. Вы также можете заряжать и использовать ЦАП во время работы, просто достаточно подключить к зарядке и к компьютеру с помощью USB Type-C в режиме DAC. Ну а в этой коробочке находились все остальные аксессуары, а именно кабель 3.5 на 3.5, для линейного подключения ЦАПа к смартфону, либо другому устройству. USB кабель для зарядки. Кабель Type-C угловой для подключения к смартфону. Еще один Type-C кабель. Две резиновых ленты для связывания ЦАПа из смартфона, либо плеера. Вот такая резиновая прокладка, чтобы избежать трения между ЦАПом и источником. Руководство пользователя. И гарантийный талон. В целом комплектация довольно богатая. Единственное, чего, наверное, не хватает, это Lightning кабеля для подключения к iOS устройствам. Вам придется докупать его отдельно. Ну а теперь, друзья, поговорим о самом главном, а именно о звучании этого портативного устройства. По большей части использовал и слушал я его с различными планарными наушниками и гибридными. Zetianwu, Shure S12, AudioSense AQ4, Tinger H16 и другие.
С первых минут знакомства Stopping G5 сразу заметно, что он демонстрирует предельно взрослый подход к звукоизвлечению. Он не звучит как типичное портативное устройство и ни в коем случае не сравним с небольшими маленькими ЦАПами. Он очень близок к топовым стационарным устройствам. Я могу сказать, что он подает материал точно, массивно, тщательно обрисовывая каждый нюанс прослушиваемой композиции. Имеется потрясающая динамика, детализация, отличный атакующий напор на низких частотах, прозрачные средние частоты, шикарной проработкой и объемом и с хорошим разделением планов. Скорость, атака, затухание – здесь все на очень высоком уровне. Даже нет смысла как-то дополнительно обсуждать это. Это просто нужно слушать. Каждое послезвучие, реверберация, мощный хлесткий удар Топинг отрабатывает максимально точно, и вы буквально можете быть уверены в нем. Устройство также может похвастаться гармоничной и пропорциональной проработкой микро- и макро-нюансов, а также широким динамическим диапазоном. Он очень аналитичен в своей подаче, которая действительно радует во всех случаях. И вам становится намного интереснее выслушивать различные композиции. Вы буквально погружаетесь в них. Что несомненно радует, что он не приукрашивает аудиоматериал. Особенно на высоких частотах, чем грешат многие ЦАПы. Он выдает материал таким, какой он есть. Нейтральный, достоверный, широкий и контрастный. Позволяющий проявить себя и раскрыться во всей красе. Практически, ну, с любыми наушниками, передающими звук предельно точно и надежно. Само устройство имеет больше такое нейтральное звучание с почти линейной ЧХ. В целом у него получилось очень сбалансированная, тембрально богатая, многогранная и предельно натуральная манера подачи звука. Без преувеличения этот ЦАП во всех его режимах, даже в Bluetooth, очень хорош. Ну а теперь мы подошли к выводу, друзья. Несомненно, Topping G5 это отличное и буквально превосходное аудиоустройство со всеми современными наворотами и технологиями. В нем замечательно все, от хорошей комплектации, его строгого дизайна, реализации технической части, до самого главного это звука. Это действительно роскошное, бескомпромиссное устройство. Гармоничная и прекрасно сбалансированная во всем. Отличный портативный вариант, который можно смело рассматривать как решение для самых разных задач и поддержку различных типов наушников, вплоть до довольно требовательных моделей. Если у вас есть возможность раскошелиться на отличный звук, то без малейших колебаний и сомнений 100% рекомендую Topping G5 к покупке. Ссылка на покупку этого ЦАПа находится в описании под видео. Ну а чтобы получить хорошую скидку от меня, свяжитесь с продавцом по ссылке в описании и напишите в личные сообщения название моего канала IC Genius. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока!